Всем привет, дорогие друзья, с вами вновь, как всегда, Дэн Хай. Сегодня мы будем играть в My Fishing World. Сегодня я вам немножечко расскажу о предметах, расскажу, какие от них плюсы, какие от них минусы. Ну, приступим. Допустим, нажмем вот песчаное по шаре и нажимаем вниз. У нас здесь присутствует огромное количество предметов. В игре предметов более 100 видов. Более 100 видов предметов, от самых фигурок, допустим, как пустая бутылка, до довольно-таки редких золотое кольцо или какие-то другие редкие предметы. Ну и давайте приступим. Вообще минусы данных предметов вообще. Если обычные предметы у вас попадаются, минус идет для поплавка. Вы тратите наживку, это раз, тратите время, это два. За это время вы могли бы какую-то рыбу поймать бы и сколько-то серебра получить, там 500 серебра, ну, к примеру. Ну, к плюсам вот эти обычные предметы практически не отнести, если они не окупаются по наживке. Но в основном все предметы, в принципе, окупаются по наживке, но вы все равно потратите на них какое-то определенное количество времени, и это выходит как минус небольшой. К плюсам же, если отнести обычные предметы к плюсам, ну как-то не отнести, если вы тратите на них время. А если уже взять редкие предметы, то плюс довольно-таки от них идет хороший, хоть вы и тратите на них время, но это время, можно так сказать, как и рыба, пойманная за это же время. То есть редкие предметы, они довольно-таки дорогие, бывают от 500 серебра до 5000 серебра, и это довольно-таки окупаемо, это как монстр, можно так сказать. По времени вываживания они, ну, минуту можете максимум тащить, если очень прям такой, ну, тяжелый мусор или предмет, как его еще можно назвать. То есть вообще редкие предметы окупаемы, даже если вы их долго тащите, потому что они все стоят, ну, где-то около 500 серебра и выше. То есть они реально окупаемы, обычные предметы не все окупаемы. Как еще вам говорил предыдущий, предметов более 100 видов, из них различные предметы, как, ну, на каждой локации именно своеобразные предметы. Допустим, вот взять пещеру эту, то здесь у нас присутствуют всякие различные морские ракушки. То есть тут вы видите, морская ракушка, раз, два, три, панама, то есть туристы здесь, получается, как бы купаются, и в итоге какие-то вещи, очки вот для плавания теряются. И на каждой локации, в принципе, свои такие своеобразные предметы. Взять, допустим, мрачная река. То есть все-таки ее можно назвать как типа Припять, можно типа того можно назвать. Здесь у нас череп, банка ржавая, нож, американская фляга, армейский пряжка. То есть здесь даже это не Припять, а военная такая локация. Ну и тоже в то же время, как она странная, страшная, мрачная река, типа здесь погибали офицеры и все прочее. И каждая локация именно зависит, ну, от каждой локации зависит именно своеобразный мусор. Взять вот это озеро, допустим, здесь у нас какие-то обычные, там, вон, резиновый сапог, золотое кольцо, люди их теряли, допустим. Для каждой локации именно своеобразный мусор, он весь написан в подробностях по локации, вы можете это все посмотреть. Конечно, цена там не указана в подробностях, цена этих предметов, но все же я вам могу сказать, то, что обычные предметы редко окупаются, потому что вы на них тратите время, плюс еще тратите наживку, если ловите на поплавок, если ловите на блесна, то вы тратите просто, ну, небольшое количество времени, за которое вы могли поймать какую-то рыбку и серебра немножко от нее получить. А редкие предметы, в принципе, окупаются все, как и на поплавок, так и на блесна, то есть на воблеры, на спиннинг. В принципе, редкие предметы реально окупаемы, обычные не все окупаемы. И как вам говорил, именно на всех локациях они разные предметы. Ну, не то, что разные, а своеобразные, так сказать. Так что, ребятки, вот так вот рассказала вам о предметах на локациях, о мусоре, предметах, как еще можно называть. Их называют вообще предметы. Вот виды предметов. Их более 100 видов. Можете сами их попробовать как-то посчитать. Их более 100 видов.
Так что, ребятки, подписывайтесь на канал. С вами был Дэн Хай. Всем удачи и всем пока-пока.